Налетай! Торопись! Покупай! Живопись! Народ, привет! Предлагаю вашему вниманию в рамках очередной уже предновогодней распродажи довольно интересный комплект, на мой взгляд, итальянского стиля. Они так и пишут, Italian style. И катушка итальянская, и спиннинг итальянский. Спиннинг, это на самом деле одна и та же контора. Спиннинг фирмы Alux, модель Aria S1 6645LX. Изначально задумывался, как форелевый и универсальный ультравайтовый спиннинг. Длина 2 метра с тестом до 5 грамм. Очень легкий, звонкий бланк с концевым строем. Как ни странно, у итальянцев получился хороший джиговый спиннинг. То есть он универсал, но вполне могу его посоветовать как спиннинг для ловли джигом до 5 грамм. В комплекте к нему идет катушка от фирмы Alcedo, спин S3 2007. Две шпули металлической и пластиковой. Соответственно, пластиковая даже интереснее выглядит, чем металлическая. Мелкого, неглубокого профиля. Весит 195 грамм, а это 2000-ник. То есть, да, совсем немного. 7 подшипников, легкий ход. Долго как крутится. Так, а на шпуле и там моно, потому что вайвы, а на вертушке и воблеры с колебалками. Здесь на черной шпуле красная 0.15, на металлической красной шпуле черная 0.16. Соответственно, в зависимости от размера приманки, разные можете использовать. Ну или шнур и моно, как вам уже будет угодно. Естественно, если вы его в качестве джигового удилища будете использовать, то лучше поставить какую-то плетенку, ну, в цвет, возможно. Может быть, как раз опять красную. Так, ну все это в частности. Спиннинг новый, катушка новая, пара тестовых рыбалок. Просто переизбыток снастей. Предлагаю вам этот комплект за цену 5500 рублей. Скидка для подписчиков присутствует, для внимательных подписчиков скидка чуть больше. Ну, докажите, что внимательны. Все, всем пока.